приехали на куницу. С краешку встали с портосом. Вот, еще темно. Ну, сейчас пойдем в тот лес. Были здесь. На брода есть куничи. Все. Вот, блин, тут дубы. Осины здоровые, блин. Кобель мечется. Но куницу не можем найти. И вот так уже не первый раз здесь. Она здесь очень хорошо верхом ходит. Найти не можем. Конечно, может быть и на таком дереве. В дупле где-то. Ну что, будем искать. Приехали в другой лес, еловый. Кобель сработал. Работает вон по кому-то. Сейчас будем смотреть по кому. Опять елки, блин. Да. Пока. Скорее всего, белку поднял. Сейчас будем искать. Вот белочка сидит. Добыли белочку. Перелиняла уже. Хорошая белочка. Портос сработал. Так, зашли в лес. Другой кобель. Кого-то, белку загнал. Вон. Вот и белочка. Так. Молодец, портосик. Отрыж. Дай заберу. Портос.
трэш. Здесь другая чуть-чуть белка. Здесь такая. Нельзя трепать, нельзя. Нельзя трепать. Нельзя трепать, сказал. Молодец. Все. Не держит. Так. Так, добыли белочку. Так, сегодня он уже вторую добыл. Молодец. Ну зачем ты, Портос? Все. Оставь в покое. Молодец. Не хочешь ты, чтобы она лежала, да? Молодец, Портосик. Зашли, прям сразу ее взял. Ходим по еловому лесу. Кобель носится, видно, нахожим. В принципе, идем уже к машине. Так, вот кобель нашел все-таки белку. Еще одну. Вот. Белка, он прилипает прям к этому, к суку. И это и не видно. Голос не отдает, потому что я рядом. Оп, пошла выше. Будем стрелять тогда. Молодец, все, отрыж. Отрыж.
Портос, молодец. Вот Портосик опять сработал белку. Крупная, хорошая белка.